В Севастополе продолжаются рейды по безопасному использованию печного отопления. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС России. Особое внимание спасатели уделяют профилактике происшествий при нарушении правил пользования печным отоплением в быту. Рейды по частным домам специалисты регулярно проводят в осенне-зимний период. Очередной обход и домовладение сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю предприняли 24 октября. Гражданам напомнили об основных мерах предосторожности при использовании печного отопления. Чтобы печь была источником тепла, а не причиной пожара, есть ряд простых правил, которые необходимо соблюдать. Перед началом отопительного сезона необходимо провести очистку дымохода. Никогда не стоит оставлять печь без внимания или на попечительство детей. Если пол выполнен из горючего материала, перед топкой всегда необходимо использовать притопочный лист размерами 50 на 70 сантиметров. Никогда не сушите вещи вблизи раскаленной печи. Также никогда не оставляйте без присмотра. Перед сном за 2 часа до сна. Все эти правила в ходе рейдов устно доносят до хозяев и жильцов частных домов. Чтобы люди могли лучше усвоить информацию и важные сведения всегда были под рукой, сотрудники МЧС раздают гражданам тематические листовки-памятки. Профилактические рейды уже состоялись в сельской местности и частном секторе Севастополя и будут проходить еженедельно всю осень и зиму вплоть до весеннего потепления.